Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня будем вязать вот такие пинетки-тапочки. Самые простые, элементарные, справится начинающий, которые просто буквально пару месяцев назад взяли спицы в руки. Вполне спокойно могут с этим справиться и связать вот такие вот пинеточки. Для начала я хочу вам объяснить немножечко принцип расчета петель. Вот, допустим, детская ножка, да? Нам нужно измерить две длины, то есть длину стопы и ширину стопы, но не в самом широком месте, а вот здесь вот примерно. Такое среднее, не самое маленькое и не самое широкое место. Допустим, возьмем вот это, первая длина у нас будет x, вот эта длина у нас будет y. Теперь считаем, сколько нам нужно петель. Вот смотрите, я буду показывать на заготовочке, чтобы вам было понятно. Нам нужно 2 длины x, 2 умножить на x и плюс y. Это значит, если в моем случае я возьму, допустим, 10 и тут возьму 5 сантиметров, то мне надо 2 раза по 10 и плюс 5, это 25 сантиметров. 25 сантиметров всего. Рассчитывайте по количеству петель, рассчитывайте по плотности вязания. У меня это 2 петли в 1 сантиметре. Поэтому я набрала 50 сантиметров и провязала. Теперь еще буду рисовать одну схемку. Вот наше вязание. Тут у нас 25 сантиметров. В моем случае 50 петель. Сюда мы вяжем вверх 5 сантиметров. 5 сантиметров, это значит, вот это наше число y, вот это, то есть ширина, это 5 сантиметров сюда, и здесь закрываем 10 сантиметров и 10 сантиметров. В работе у нас будет оставаться опять же вот эти 5 сантиметров, в моем случае это 10 петель, но отсюда я забираю по одной петле, одна петля и одна петля. Сейчас я вам покажу, эти петли просто будут кромочные. Значит, провязала я 5 сантиметров, набрала 50 петель, провязала 5 сантиметров, в моем случае это 20 рядов, и теперь я закрываю с каждой стороны по 20 петель, потому что всего 10 сантиметров, это у меня 20 петель. Закрываю 20 петель, 19, и все. Вот это наша 20-я петля, которую мы должны закрыть. Но закрывать я ее не буду. Она просто переходит в центральное вязание, в кромочную, и вяжем до конца ряда. То есть, если у вас на боковых частях, допустим, 15 петель, вам нужно закрыть вот длина стопы вашей, то вы закрываете 14 петель, и 15-ю, всегда последнюю петлю мы оставляем как кромочную для центрального вязания. Довязали до конца ряда. Теперь закрываем опять 19, и 20-ю мы оставляем как кромочную. Восемнадцать, 19. То есть проверяем. 2, 3, 4, 5. 10 петель у нас в центре. Вот они, 10 петель, это 5 сантиметров. И по одной петли мы оставили отсюда. Они уйдут в кромочные, поэтому ширины они не добавят. Далее вяжем лицевыми петлями до длины 10 сантиметров.
10 сантиметров. То есть вот эта сторона и вот эта должна быть одинакова. Здесь у нас 5 сантиметров. Эта сторона, эта и эта должна быть по 5 сантиметров. В вашем случае это может быть 4 сантиметра. Я просто беру образец по своим размерам. Как бы может быть меньше, может быть больше. Считайте сами. Так, и вяжем в высоту. Так, вот я провязала свои 10 сантиметров. Смотрите. Вот эти две стороны соответствуют друг другу. Теперь оставила после закрытия петелек длиннее ниточку. Эту бумажечку я убираю, чтобы поняли. Теперь беру иголочку, продеваю нить. Теперь что мы делаем с этим всем? Так, теперь берем вот эту сторону, совмещаем с нашим концом вязания, то есть перекладываем вот так вот просто и начинаем сшивать сначала вот эту маленькую стороночку 5-сантиметровую. Вот так вот отсюда и сюда, прям к уголочку, где у нас это отверстие заканчивается. Так, готово. Делаем узелочек и обрезаем ниточку. Теперь вторую сторону нам нужно сшить. Теперь вторую половиночку накладываем опять же вот так вот, совмещаем хорошенечко. Вот это все дело нам нужно пропихнуть туда, и начиная отсюда мы пришиваем. Вот я сейчас это ниточку эту завяжу и обрежу, с которой мы начинали вязание. И сшиваю. Теперь вот отсюда, сюда и сюда. Так, заканчиваем, делаем узелочек и обрезаем нитку. Вот так вот у нас все выглядит на данном этапе. Теперь выворачиваем. Хорошенечко. Вот, следим от девчонки, чтобы при сшивании одна половинка была налево, одна направо, чтобы как бы был левый и правый тапочек, пинеточка. Теперь я вот что сделаю, я немножечко вот так вот это место перетяну, чтобы оно держалось на ножке, и пришью сюда пуговочку. И вот в принципе у нас все, у нас два одинаковых тапотулечка готовые. Уже так оставлю. Вот такие вот пинеточки самые простые, я думаю, все справятся. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!